подписчикам. Привет, сегодня будем строить теплицу Легенда 3х6 под стекло на таком бетонном основании. Пока приехали, разгрузились и приступаем к сборке. Теплица у нас стоит, все зафиксировали бетоном, установили перелив, отлив. Покрыли стены стеклом, сейчас будем готовить крышу и начнем крыть крышу. Начался у нас монтаж, напоминаю, строили мы сегодня теплицу Легенда 3х6 под стекло. Идем смотреть, сразу видим торцевую форточку на крючке. Торцевая форточка на крючке, можно закрыть, можно открыть, можно на замок. Так, все, на крючок обратно. Дверь алюминиевая у нас с трубкового торца. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40х40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Стоит у нас все на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. Также сделаны диагональные усилители для большей жесткости. Также есть система подвязки 4 нитки. 2 форточных блока на термоприводах. Снизу пущен такой красивый отлив. Стекло здесь 4 мм. Крепится к каркасу с помощью профиля системы база крышка. По периметру торцов установлены декоративные, они же прижимные уголки. Вот так вот тут последний штрих. Клейки все нужно удалять. Оп, все, теперь теплица готова. Вот такая вот отличная, красивая, очень прозрачная, вместительная Легенда 3х6 стекло у нас получилось. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы. Всем пока.